Гродненская городская гимназия отметила юбилей. В этом году ей исполнилось 80 лет. Это одно из лучших учреждений образования в городе. Здесь учатся только талантливые и целеустремленные дети. Это подтверждает и количество медалистов на олимпиадах, и выпускников с золотыми медалями, а также тех, кто с высокими баллами поступает в вузы. Такие результаты зависят не только от стараний учеников, но и от педагогов, которые отдают все силы и знания детям. К слову, здесь работают лучшие, с большим опытом и стремлением выпустить учеников, подготовленных не только к дальнейшему обучению, но и к жизни в целом. Самое главное – это образовательный процесс. Ну и кадры. Будем подбирать еще и еще кадры, те, которые принесут нам результат, тех таких талантливых педагогов, может, из каких-то других городов и областей, приглашать работать к нам, чтобы наша гимназия еще больше усилила свои позиции лидерские. На юбилей гимназии собрались выдающиеся выпускники, а их не один десяток. Все они благодарны учителям за то, что смогли начать свое образование именно в стенах этой гимназии. 80-летний юбилей лучшим педагогам вручили грамоты и дипломы. Гродненская городская гимназия, она является одним из лучших учреждений образования города Гродно, которое занимает лидирующие позиции ежегодно, как в городском смотре конкурсе, так же и в республиканских смотрах конкурса, принимает активное участие во всевозможных конкурсах.